К Олимпиаде этот двор привели в идеальный порядок. Фасад и кровлю здания отремонтировали, а вот мыть и подметать подъезды – задача самих жителей. Глава города призвал сочинцев поддерживать чистоту, тем более в разгар курортного сезона. Анатолий Николаевич, большое еще спасибо. Уже все у нас будет хорошо с вашей помощью. Туристы должны увидеть Сочи с красивыми улицами, без ямы колдобин на дорогах, ведь это тоже своеобразная реклама города. В микрорайоне Бытха дорожная обстановка меняется. На нескольких участках идет ремонт. На трех главных улицах предстоит заменить 2 километра дорожного полотна. Свежий асфальт здесь укладывают по ночам, чтобы не создавать заторов на оживленной трассе. Дорога значительно изменилась. Спасибо городу. И не только здесь хотелось бы, чтобы дальше тоже. Все лучше и лучше. Есть у нас еще места, которые требуют внимания. Проверяющие идут на другие улицы. После сильного дождя во дворе озера забиты ливнестоки. Пропустить воду по трубам мешает строительный мусор. Объект построили, прибрать территорию забыли. Мы не можем дождь пройти здесь, понимаете? А речь идет, это что за безобразие такое? Сейчас это все поправят, как заканчивается. Да, ну конечно поправят. Дальше на пути детская территория. Здесь запускают в работу так называемую пристройку к детскому саду. Она почти готова, осталось завершить благоустройство территории. Глава города осмотрел новое здание, которое будет большим подспорьем для жителей микрорайона Бытха. В очереди в детский сад здесь 700 детей. 1 августа благодаря дополнительному блоку она станет значительно короче. Путевки уже получили 120 малышей. У меня 2 детей. Старшая уже ходит в этот детский садик, а младшая вот в этом году пойдет. Очень так все красиво, удобно. По инициативе Анатолия Пахомова такие пристройки сейчас возводятся по всему Большому Сочи. До конца 2016 года мы должны 6 тысяч мест построить. Это 12 новых детсадов, новых вообще на новых территориях. И 11 вот таких вот пристроек, но это отдельные. Таким образом мы закроем очередь вообще. Пристройка наряднее детского сада, внешний вид которого оставляет желать лучшего. Фасад здания требует ремонта. Глава города дает такое поручение. Чтобы было приятно и детям, и родителям. Мамы и папы говорят, готовы помогать, чем смогут. Сейчас они моют окна, расставляют мебель в новых группах. Детская территория должна быть самой красивой в микрорайоне. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.